1998 году вышел роман турецкого писателя Орхана Памука под названием «Имя мне красный». Одна из сюжетных линий рассказывает нам о проникновении западных традиций в укоренившийся мир исламского искусства. Это и появление индивидуального стиля художника, и реализм, и новый взгляд на перспективу. Конечно же, в романе невозможно было обойти ключевую фигуру мастера персидской живописи, художника-миниатюриста по имени Кемаль-ад-Дин Бехзад. Он мастерски изображал человеческие фигуры, батальные сцены, пейзажи, занимал должность китабдара, начальника библиотеки. И даже упомянут в записках основателя империи великих моголов. Его рукой подписаны всего 4 миниатюры к поэме «Бустан» персидского поэта Саади. Ныне данный манускрипт хранится в Национальной библиотеке Каира.